Приветствую вас, мои любимые подписчики и гости моего канала. С вами Яна Федорова. Сегодня я хочу вам показать такое видеоэксперимент о том, как я буду укоренять черенки с корневином и без. Многие подписчики просто постоянно пишут, что заметили такую вещь, что с корневином черенки не укореняются или вообще даже хуже укореняются и вообще погибают. Я как-то несколько лет назад тоже заметила этот эффект и думаю, может быть, мне показалось, но наверное, все-таки не показалось, потому что не мне одной, люди пишут об этом. И вот я решила провести этот эксперимент, ну, чтобы и самой точно знать, и вам показать, работает корневин или нет. Корневин вот такой фирмы. Так, вот этот порошочек я сюда высыпала, и сейчас проведу этот опыт. Так, увлажняем стаканчики с землей. Здесь у меня земля, которую я всегда использую для своих глоксиний. Теравита цветочный или теравита универсальный. В основном такую использую. Так, вот у меня есть здесь хорошая глоксиния. Сейчас возьму примерно два одинаковых листочка. Так, один. И вот еще один. Почти такой же. Все. Так, один буду с корневином, другой без корневина. Так, сейчас я обмакну. Вот так вот. И сажаю. Сажаю, как обычно, всегда сажаю глоксинии. Слегка приминаю землю вокруг черешка. Вот. И все. Вся посадка. И этот точно так же, только без корневина. Все. Так, сейчас я подпишу бирку. Где у меня с корневином, а где без корневина. Так, это сорт Шарлотта. 15 мая 17. Так, это корневин. Все. Так, следующий. Также Шарлотта. 19 мая без корневина. Все, теперь в тепличку, как и обычно, я укореняю свои глоксинии, в тепличку, в пакетик или в зип-пакет. Так, аккуратненько. Все, теперь я поставлю их в таком виде на свои полочки. У меня полочки освещены люминесцентными лампами. Это мне помогает выращивать успешно мои глоксинии. И можно... Ну, месяц вообще не заглядывать, не смотреть. Я не проветриваю, не приоткрываю эти пакетики, не поливаю. Ну, потому что влаги достаточно. Месяц-два они прекрасно без всякого полива стоят. Влага не испаряется, и они очень хорошо укореняются. Вот у нас один с корневином и один без корневина. Ну, для чистоты эксперимента я еще захотела и другие растения также проделать с корневином и без. Вот здесь у меня черенки. Гибискуса уже приготовленный, срезала со своего гибискуса. Листовые пластины я сейчас удалю. Не удалю, вернее, а вот так укорочу, чтобы меньше было испарения. Это будет хорошо. Вот так. И нижний листочек вообще удалю. Вот такой черенок получается. Так, второй тоже нижний листочек удалю. Остальные пластинки отрежу. Укореняла я и с неподрезанными листовыми пластинками, тоже укореняется. Ну, так будет, как бы, больше гарантия, что приживется. Так, это у меня с корневином, это без, значит, сюда с корневином. Так, надо немножко водички. А, вот как раз у меня есть вот опрыскиватель. Просто опрыскаю кончик, чтобы он был мокрый. Чтобы корневин хорошо на него налипал. Вот так. С корневином. Без корневина. Гибискус, в принципе, сам по себе прекрасно укореняется и так. Мне просто хочется сравнения. Так, тоже надо немножко опрыскать, потому что она сухая уже у меня, подветрилась. Толстянка. Вот, хорошо налип. Так, тоже с корневином гибиска. Есть. Толстянка тоже сама по себе прекрасно укореняется. Просто втыкаешь и все, и через месяц уже есть корни. Все, и точно так же
эти пакетики. Вот, смотрите, прошел месяц. Наши все подопытные экземпляры хорошо укоренились. Так, вот это без корневина. Здесь есть уже корни, видно, что гибискус укоренился. Так, это с корневином. На вид вроде бы корней побольше. Так, глоксиний. Ну, у глоксиний не видно. Вот здесь видно немножко корни. Но полностью так вот посмотреть нельзя. Здесь тоже не получится. Так, толстянка. Здесь тоже не видно корней. Я просто сейчас все эти растения возьму, обмою и в таком в открытом виде покажу корневую систему. Вот, теперь можно хорошо посмотреть корешки. Так, вот с корневином гибискус и без корневина. Здесь видно, что корневая система лучше, корней больше, и они как-то посильнее. И из-за того, что корневая система у него больше развита, сам кустик тоже уже начал быстрее расти и быстрее крепнуть. Так, сейчас глоксинию покажу поближе. Вот глоксиния. С корневином и без корневина прекрасно обе. Обе хорошо дали корни. По глоксиниям как-то непонятно. И так работает, и так работает. Но здесь можно сказать вот, что корневин, в принципе, не портит. Не портит, можно применять. Так, и толстянка. Вот, толстянка тоже на корневин отреагировала лучше. Вот так, дорогие мои зрители, оказывается, корневин все-таки работает. Так что применяйте, пожалуйста, и выращивайте очень хорошие, красивые цветы. Пока!